Приветствую, друзья! Всем добра, здравия и благоразумия! Сегодня новость для автолюбителей. Думаю, кого-то эта новость даже порадует. Сотрудникам ДПС скоро запретят прятать свои автомобили при несении службы. Министерство внутренних дел России издало проект приказа, который регламентирует порядок надзора за соблюдением ПДД. Из этого проекта следует, что сотрудник ГИБДД или патрульный автомобиль должны всегда находиться в зоне видимости водителя в момент пресечения нарушения ПДД. Соответственно, подразумевается запрет на сокрытие сотрудников ГИБДД в кустах и иных местах, не попадающих в зону видимости водителя. Зачитаем саму новость. При надзоре за дорожным движением с использованием патрульного автомобиля, имеющего специальную цветографическую схему, его размещение в стационарном положении должно осуществляться таким образом, чтобы патрульный автомобиль или сотрудник был отчетливо виден участником дорожного движения и имелась возможность своевременного пресечения правонарушения. В документе отмечается, что в районах аварийно-опасных участков дороги в процессе осуществления контроля за дорожным движением с применением устройств фото-видеофиксации патрульный автомобиль может размещаться в местах, видимость которых ограничена рельефными особенностями местности, поворотами дорог. Уточняется, что сотрудникам запрещено умышленно воссоздавать помехи для спознавания водителями специальной цветографической схемы и устройств для подачи звуковых и световых сигналов патрульного автомобиля. Помните то видео, где сотрудники ДПС получили сами на себя жалобу за то, что спрятали свой автомобиль? Так вот, скоро такой номер у них не пройдет. Также МВД России разработала проект, согласно которому сотрудники ГИБДД располагают возможностью фиксировать опасное вождение и разговоры по мобильному телефону за рулем в рамках проведения скрытого надзора на дороге. Таким образом, новость совсем запутанная. С одной стороны, им запрещено скрываться, а с другой стороны, им разрешен скрытый надзор на дорогах, получается. Вот так вот насмешило Министерство внутренних дел опять. То есть получается, что ничего не поменялось. Запретили скрываться и тут же разрешили скрываться. На этом все. Всем пока!